Home Textile – это основная выставка года, поэтому для нас было однозначным участвовать в этом году в этой выставке, потому что у нас молодой бренд, мы только запустились в этом году, и, конечно, мы хотели принять участие именно в этой выставке. Главная цель – показать наш продукт, познакомить рынок с нашим продуктом, рассказать о нашей концепции, вот, ну и найти своего потребителя. А здесь очень приятная, дружественная атмосфера, очень красивые стенды, красиво оформленные, и уровень этой выставки, я считаю, очень высокий. Очень приятно здесь находиться. На данный момент нам очень нравится то, что мы здесь поучаствовали, встретились с профессиональным сообществом, получили одобрение, получили обратную связь, получили контакты, которые нам пригодятся в будущем. Поэтому у нас самые приятные впечатления о результатах этой выставки. Здесь очень интересные люди. Нам понравилось то, что к нам подходят и дизайнеры, и производители, и сетевые магазины. Ну и, конечно, нам понравилось знакомство с партнерами, с Анной Новиковой, с представителем, с Викторией Малышевой, с дизайнером-декораторами. Очень интересные люди. Со шторными салонами мы познакомились, с очень многими. Обширная география абсолютно. Очень доброжелательная обстановка. Они общаются, дружат. Надеемся, что мы тоже будем с ними общаться и дальше дружить. Мне понравилось выступление Ольги Локтионовой. Было прекрасное выступление. Вообще очень талантливый человек и декоратор. Я поприсутствовала. Вообще вся деловая программа интересна. Очень много посетителей присутствует на выступлениях. Это приятно. Поддерживают, задают вопросы. В общем, такая живая атмосфера здесь происходит именно в деловой программе. Только вот с помощью текстиля можно легко, быстро менять интерьер и придавать ему разные характеры, оттенки. Поэтому, естественно, растет роль текстиля. И если мы будем смотреть статистику, прогнозируют большой рост вообще роли текстиля к 2028 году. Вообще дают прогнозы, что рынок текстильной промышленности вырастет в два раза по сравнению вот с 2020 годом. Поэтому, конечно, это востребовано, людям нужно. И роль именно текстиля как части дизайна интерьера, она растет и, я думаю, будет развиваться все дальше и дальше в ближайшее время.